мне как тренеру понравились. Я считаю, что вот эти игры были такие с хорошим настроем, с силовой борьбой, что в принципе давно как бы у нас небольшой такой провал был психологический в команде. Мы много проигрываем, хоть я и говорю постоянно, да, чтобы мы не обращали на это внимания. То есть завтра это новый день, и как бы это все история наших проигрышей. И настраивать пытался на эти две игры вот все-таки переломить и играть вот как в начале сезона. Мы играли с желанием, с хорошим, вот, и голы забили, в принципе, как бы. Я вот доволен этими играми. Пускай, даже что мы проиграли, но это были совсем другие игры. Не как вот был период большой у нас проигрышей, очень таких бесхарактерных, можно сказать. Эти игры как бы нормально, доволен. Ребят своей команды плюс хочу поздравить, и плюс не только ребят, а родителей, семьи, болельщиков наших. Поздравить с Новым годом, удачи, здоровья всем пожелать и позитива побольше в жизни.